с кем вообще последняя игра в Калининграде была у «Балтики» в 98-м году, когда клуб выступал в элитном дивизионе, но вылетал. А здесь Воронеж. Классная атака, просто великолепная! О, как красиво! Как же красиво! Улезли? Удивляется Валентин сам. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь выигранная борьба. Ну и какая передача. Какая передача. Якимов. Здесь Апаев. Начарова отправляет мяч. И тот идеальную передачу вырезает на своего партнера.
Thank you.
играет. Это, с одной стороны, футбольное кино, но все-таки подача Альшина на дальнюю штангу. Квиквескири на подборе. Ираклий поднимает голову, мягко набрасывает на Божина. Вот и начало! По какой невероятной траектории мяч сейчас полетел в угол. По-моему, Михаил Апарин даже не поверил, что это возможно. Ну, значит, все-таки вторые части не всегда хуже первых. Все-таки получилось сейчас. Посмотрите, что творится на трибунах. Быстрое начало, 6-я минута. И голевая передача Ираклия Квиквескири, которая становится для него первым голевым действием в этом чемпионате. Есть некие споры от игроков Ахмата. Уциев вместе с товарищами на сегодня. Уциев, все на коротке, ошибается Камилу. Многовато браков в последнее время у бразильца. Максимов, Максимов тоже тянет время и делает в итоге передачу. Выход один на один. Марков, Марков! Штанга, добивание! Ой-ой-ой-ой, какое сумасшествие! Марков, чемпион мира по нервотрепке, сумел таки со второго раза запихнуть этот мяч в ворота. И, Влад, я знаю, что ты хочешь это сказать про гол с игры Евгения Маркова. Влад, давай! Марков с игры забивает Ахмату. От Ахмата до Ахмата. Евгений Марков последний мяч забил. Все помнят, это прекрасный гол в девятку с разворота победный. Сегодня он забивает так же. Может быть, не менее ярко, но насколько это важно. Марков 2-0. Факел. У Маркова 9-й мяч в этом чемпионате.